События в Крыму не могли не стать главной темой на встрече Александра Ткачева с ветеранами Новороссийска. Люди военные, патриоты своей страны, к тому же многие из них офицеры Черноморского флота, которые перевелись из Севастополя служить в Новороссийске еще в 90-х, когда, по сути, страна оказалась без своих главных военных баз на Черном море. Теперь, после возвращения полуострова, офицеров интересует, изменятся ли планы в отношении строительства военных баз в Новороссийске. Вы знаете, что недавно приезжал министр обороны Сергей Шойгу, и для нас это было тоже важно очень. Его заявление о том, что база военно-черноморского флота будет развиваться, она дальше будет модернизироваться, значит, для города, это я считаю, что это огромный плюс. Во-первых, это и рабочие места, это работа для служащих, моряков, и, естественно, военных. Несмотря на то, что Крым сегодня, Севастополь, появился на карте Российской Федерации, для нас это принципиально важно. Русские своих не бросают – это не просто лозунг. В непростые 90-е край систематически отправлял гуманитарную помощь Черноморскому флоту в Севастополь, рассказывают офицеры. Гордятся и тем, что именно кубанцы протянули первыми руку помощи в дни, когда на полуострове силовики еще не знали, кому подчиняться. А местные жители в страхе ждали защитников Майдана в масках и с битами. Эти дни мы все с напряжением смотрели телевизор, и когда мы увидели так вот среди этих вот, как говорит их, таких вежливых там, зеленых человечков, наших товарищей, вот тут присутствуют некоторые, то мы почувствовали, что Кубань тоже не могла оказаться в стране, а в самый сложный период противостояния этих нацистов и тех, в частности, севастопольцев. И вам огромное спасибо, Александр Николаевич, то, что вот как-то поддержали наших там добровольцев. По сути, казаки стали основой тех самых отрядов самообороны Крыма. На полуострове их приняли как своих. Каждый помогал кто чем мог. Гуманитарную помощь собирали и здесь, на Кубани. Казаки рассказывают, продовольствие, собранное в Новороссийске, передали морякам украинского флота, которые в те дни буквально голодали. Когда мы высадились на берегу, турецкий вал, 378 казаков, без оружия, без ничего, пришли просто противостоять той массе, которая шла с Херсона. И атаманы стали и сказали: так, кто боится, давайте шаг вперед, мы отправим. Без всякого. Никто не вышел. Потом сказали: есть люди, которые, казаки, которые не женаты. Есть. Есть, которые последние в семье. Крайние, то есть уже казак. Есть. 8 человек. Вывели. Знаете, такая гордость взяла за вот эти вот слова. Они отошли и дальше встали, 200 метров от нас встали и не уходят. Я так горжусь за своих казаков, никто ни шагу назад. Теперь, уверены ветераны, главное, чтобы переходный период не затянулся, чтобы севастопольцы и жители Крыма как можно быстрее ощутили себя частью большой страны и соседями нашего региона. Вот сейчас бы такое, чтобы массивное, масштабное бы сделать между Крымом и Краснодаром. Ну, мост сделать. Вот мост, там, летунель, вот надо это настаивать. Да, почему? Там уже решение принято. И хотел бы, Александр Николаевич, сказать вам лично, как человеку, как вот вернее, как просто как человеку, огромнейшее то же самое спасибо, потому что ездим мы по государству Украины, смотрим, выезжаем там к себе на родину, допустим, аж там в Иркутск, и вот, знаете, сравнение, и даже вот сейчас там уехали нас в Воронежскую губернию, так, и вот, говорит, граница между Краснодарским краем, да, ну просто вот чувствуется и все. Это вот тем я хотел закончить. Спасибо. Ну и слава Богу. Страна готова давать, и Кубань не останется в стороне, если Крыму понадобится поддержка, говорит Ткачев. И добавляет, главное, чтобы эти стремления были взаимными. Нам важно очень, чтобы Крым, те, кто нам поверил, 95% населения, чтобы они оправдались со свои ожидания, да, чтобы, естественно, Россия пришла с чем? И с помощью серьезной, и с экономической поддержкой, и с зарплатами, и с пенсиями. Но, безусловно, мы ждем и от Крыма, от 2 миллионов населения, о том, что такой же адекватной работы. Все должны работать, платить налоги. На территории Крыма должны работать все российские законы. Уверен, что Крым быстро интегрируется в Россию, в российскую экономику, в российские законы. И здесь проблем не будет больших. Офицеры флота и ветераны говорили об уроке Украины, который следует хорошо выучить. В стране, где отказываются праздновать 70-летие освобождения Киева от фашистско-немецких захватчиков, 25 лет молодежь воспитывали по-особому. Что такое патриотизм, юные поколения в нашей стране помнят благодаря ветеранам. Офицеры говорят, в России они никогда не уходят в запас. Самым главным все-таки итогом вот в этой вот, наверное, победе, вот это тот величайший патриотический подъем. И мы выстоим. Нам любые санкции, извините, по боку. Нормально все, мы выстоим. Потому что главное, что
мы патриоты нашей России, мы патриоты Кубани. И вот этот подъем надо обязательно донести, в том числе и для нашей молодежи. Я, конечно, очень рад, то, что теперь и Черноморский флот пойдет в гору. Значит, сюда теперь пойдут и новые подводные лодки, и новые боевые мощные корабли, которые нужны здесь, потому что у нас именно с военно-стратегической точки зрения вот это подбрюшье наше южное, то, которое, извините, создавала великая Екатерина, оно было у нас ослаблено. Сегодня настал черед укрепиться нам здесь. Так что хватит уже сидеть нам в окопах. Надо нам действительно засучивать рукава и работать каждому на своем участке. И так держать, чтобы и Краснодарский край, и Россия были на передовых рубежах. Ян Москаленко, Евгений Вольский, Валерий Пятов, Денис Москаленко, 9 канал, Новороссийск.